Всем привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. Но прежде чем мы начнем это видео, потратьте одну секундочку и не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и бесплатные робуксы. Для тех, кто не знает, на моем YouTube-канале Ника Шоу будет проводиться мега-раздача робуксов на 100 тысяч подписчиков, так что подписывайся на мой YouTube-канал, зови своих друзей, пусть тоже подпишутся, чтобы раздача робуксов настала как можно скорее. Ну и, конечно же, не забывай вступать в мою группу NSUT, чтобы в дальнейшем не ждать свои робуксы 16 дней. И в этом видео комментарий дня от Steb Pro, которого вы видите сейчас на экране. И сегодня, ребяточки, я для вас подготовила видео, как получить две бесплатные вещи, вот такую вот единорожку и бэкпак, совершенно бесплатно. Для этого нам надо найти игру под названием Shane and Clarna Wonderland, я ссылочку на него оставлю в описании, также вы можете найти по названию и просто зайти, а дальше я вам покажу, что в нем делать. Ну что, погнали! Мы заходим, дальше у нас идет обучение, нам говорят, что у нас есть такие токены, которые, точнее, тикеты разбросаны по карте. Дальше нам говорят поменять 15 тикетов на коробочку от Кларны, но здесь вы покупаете, конечно же, это обучение, оно проходит, то есть вы просто покупаете, это у всех одинаково, так что у всех оно в точь обучение, то есть тут мы можем примерить его, но мне это не надо, конечно же, это платье, который выглядит как футболка по размеру, в общем. Дальше нам надо идти по стрелочкам, нам там говорят пройти на подиум. В общем, просто проходим это обучение и на нем не заостряем наше внимание. Просто можно запомнить, что у нас есть тикеты, которые валяются на нашей карте. И вот это самое полезное. Тут мы просто тыкаем, просто спамим кликами. Это не так уж и сложно. Просто кликаем и проспамиваем вот эту всю фигню. Теперь обучения у нас нету, отлично. Теперь я буду показывать, что нам делать. Смотрите, мы идем в самый старт. На самый старт. И здесь у нас есть вот такая вот мини-карта, где у нас помечены красными кружочками что-то непонятное на первый взгляд. Но это на самом деле квесты. Это у нас квестики, и мы должны пройти все квесты на всех вот этих локациях, которые здесь у нас показаны, и мы получим первую бесплатную вещь. Также по пути мы можем собирать наши тикеты. Ой, я упала в воду. Собираем наши тикеты по пути, но сначала идем куда? Для начала мы должны пойти вон туда, к этому облачку. Посмотрите, ну это то есть самое ближайшее у нас. То есть там, где мы появились, мы просто собираемся по этим розовым облачкам, тут у нас меняется погодка, мы зарабатываем фейм, и тут аж летим, так посмотрите. Мы летим, тут у нас есть еще всякие, как это называется, всякие открывашки, платьишки там, но это уже внутриигровое. Нам надо позаниматься на гантели здесь, но здесь у нас занято вот здесь и здесь. То есть нам везде по очереди надо позаниматься спортом, чтобы заработать фейм и просто чтобы пометить, что мы тут были. Вот так, кстати, тут гравитация такая. Так, сюда вот на эту гранатку, хотела сказать, на вот эту гантельку. Здесь позанимаемся немножко, левел ап у нас идет. Ой, вот здесь... Мне раздражает небольшая гравитация, точнее, маленькая гравитация. Как я встала туда, занимаясь здесь? Блин, как-то странно. Если вам мешают, просто подождите. Я не думаю, что человек будет стоять очень долго здесь. Почему-то меня закидывает на гантелю. Ладно, вот здесь позанимаемся немножко. Не напоследок мы должны встать туда. Мы, кстати, можем еще тут фоткаться, но это не столь важно. То есть вот, наконец-то я попробовала, типа, позаниматься спортом здесь. И теперь, смотрите, мы видим, что у нас уже, даже с этой большой высоты, мы видим, что мы пометили одну зону. Мы прошли одну зону, и мы можем приступать к квестам далее. Если это можно назвать квестом. Вот, видите, зеленый кружочек, зеленая галочка у нас здесь есть, значит, мы прошли. Далее мы должны пройти вот в зону рядышком. Видите, это фиолетовая точечка, мы просто спускаемся... Вот сюда, смотрите, и что-то тут сидим, играем за пианино, вот так вот. А, ну мы работаем пианино, конечно.
Work Time, мы работаем, у нас, кстати, клавиатура такая крутая с подсветочкой, посмотрите, тут могла быть крутая рекламная интеграция, но ее тут не будет. Так, ну, в общем, тут сидим, что-то работаем и проверяем проверяем мой канал, вышло видео новое или нет. Потом мы идем на следующий остров, посмотрите, сейчас собираем тикеты, запускаем степлер, вот сюда нажимаем степлер activate, он туда ускакал нам воздух, и можем идти обратно, ведь вторая зона выполнена тоже. А ну-ка сейчас глянем, да, отлично, все у нас завершено. Кстати, ко мне тут, ребятки, подключилась моя подписчица. Привет к тебе, ты видео. Дальше мы должны идти в этот шар, Xmas Carol. Там типа новогодний шарик, шарик, знаете, которого трясти надо, и там снежочек у нас переливается. В общем, идем сюда. Что нам надо сделать? Мы просто тут проходим. Интересно, ник у девочки. Проходим, запускаем гномика раз, собираем тикеты. Отпускаем гномика 2 и лепим снеговика. То есть все активные действия мы повыполняем. Так, что-то он сейчас не лепится. Тут даже, смотрю, парень в негодовании стоит. Что-то не лепится у нас снеговичок. Давайте подождем немножко. Можем, кстати, тикеты фармить на одном месте. Если вам лень собирать и бегать, вы можете встать, они будут, они будут появляться спустя время. А ну-ка, что-то снеговичок не лепится у нас. Это как-то странно. Давайте проверим, собрали ли мы... Ну, получили ли мы одобрение на выполнение данного квеста? Да, это выполнили. Вот, видите, у нас здесь все выполнено. Едем далее. Далее мы пробегаем вон туда, чуть подальше, где написано Homebody. Ну, в общем, как-то так. Тут еще лодки забагались, посмотрите. Они в текстурках. Бежим там, где написано у нас Homebody. И здесь мы должны тоже повыполнять действия. Кстати, тут Welcome Home, посмотрите, прикольненькие котятки. Тут мы ловим бабочек, вот так вот половили бабочек. Конечно же, в моменте собираем тикеты. И что-то тут с котиком возимся, повозимся с котиком. Еще к бабочкам можем прийти, вот так, оп, оп. Кстати, мы зарабатываем тем самым опыт и тикеты, если не ошибаюсь. Порой мы тоже зарабатываем тикеты, когда прыгаем тут что-то за бабочками, не знаю, за котиком ухаживаем и прочее. Оп, тикет, конечно же. И побежали обратно, ведь все мы выполнили. Проверяем выполнение данной задачи. Так, где у нас старт, вон, Даунтаун, Нижний город, кстати, прикольная игра слов, Даунтаун. Так, и смотрим, да, нам осталось всего выполнить 2 кружочка. Далее, ребяточки, мы должны попасть вот в это, Party Central, вот в такое сердечко, типа, где у нас вечеринки и прочее. Нам надо просто пойти к порталу. Смотрите, ищем, где у нас находится наш портальчик. Это находится недалеко. Так, секундочку. Это у нас находится, ребятки, здесь. Мы проходим по нашему мостику, где у нас тут звездочка вот такая вот. И видим этот портал. Заходим в него, попадаем на танцплощадочку. Мы должны повязать наш танец какой-то, где мы играем. А дальше полопать шарики, я не знаю, вот это же, да, мы лопаем типа шарики такие. Большой шарик, вокруг много маленьких, очень прикольно. Отлично, мы зарабатываем тут тикеты, кстати, хороший фарм тикет. Лопаем еще шарики. В принципе, что обычно делают в клубах, наверное, именно так там все устроено. Нет, какая выпивка. Лопаем шарики и танцуем танец дельфина. Тук-т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 ук
75 тикетов. И тогда мы сможем получить вторую вещь. Выбегаем обратно из портала и будем выполнять последний квест. Да, мы видим, что наше сердечко заполнилось. И последнее, самое дальнее. Нам надо пробежать по вот этой дорожке. Интересно, можно ли плавать на этих каноэ? Ну, это, наверное, если совсем лень передвигаться. Бежим по вот этой... по вот этой дорожечке вот такой со стрелочками. И тут нам надо будет тоже выполнить свои действия. Посмотрите. Кстати, нам выдали бейджик. Ну, это частое дело. Вот мы должны, типа, порелаксировать с печеньками, точнее, со снеками. Тут у нас попкорн. Мы сидим просто. Можем сфоткаться даже, знаете. Какой-то там скринчик вот такой. Оп. Оп. Вот можем сфоткаться. Но это если вы хотите, конечно. Можно куда-то эти скрины даже потом вставлять, не знаю, наверное. Подходим еще к вот этому... Оп,
к этому месту, где написано Spread Your Wings. Тут мы даем тикеты, смотрите, что мы получаем. Мы получаем бейджик, который обозначает, что мы получили первую бесплатную вещь. И нам надпись большая: Congratulations, you unlocked free UGH. Check your inventory in Roblox. Ну что, давайте чекать. Смотрим, и мы видим вот такой прикольный рюкзак. Давайте же его рассмотрим поподробнее. Вот такой, кстати, прикольный большой рюкзак в голубо-бело-синих... в голубо-бело-розовых тонах. Достаточно прикольно сделан, качественно, очень подобно реализму. Посмотрите, у нас даже тут есть застежечка, даже такой маленький момент проработали, но она, конечно, небольшая, но она просто так же сама напечатана. Но, в принципе, нормально, тут кармашечки есть, есть ленточки, которым цепляются, там зацепляются, не знаю. В принципе, прикольненький рюкзачок, почему бы его не получить, тем более на халяву. Ну и что, и последняя бесплатная вещь у нас осталась, нам осталось насобирать чуть-чуть тикетов. Мы можем вот просто вот здесь, кстати, ну не по ОФКшить, мы можем потыкать сюда, и посмотрите, тикеты зарабатываем за каждый тык. Но у этого тоже есть КД, так что мы можем просто по-разному побегать, позарабатывать. Мне осталось 5 тикетов. Тут уже выбирайте способ, который вам легче, не знаю, тыкать на какие-то кнопочки, либо бегать просто на скорости собирать что-то. Это вы смотрите, как вам удобнее. Например, мне легче по кругу вот так вот походить, чем по всей карте бегать. У нас остался последний тикет, вот сюда подходим, смотрите, оп. У меня есть тикеты, и теперь мы бежим на спавн. Мы можем не бежать, мы можем просто в портал залезть. Нас телепортируют на спавн. Да, видим, что все кружочки у нас закрашены. И мы подбегаем к вот этому автомату. Смотрите, тут у нас 15, который мы вначале, в общем, покупали нашу коробочку. И покупаем за 15 тикетов 5 коробочек. Первая у нас идет, мне выпала юбочка. Вторая у нас идет. Опа-опа-опа, открывается вторая. Такое платье выпало. Далее у нас идет третья. Третья одежда, так можно сказать. Третье платье, в общем, вы поняли. А, ну да, одежда. Это топик. Дальше предпоследняя у нас. А, нет, это последняя. Посмотрите, мы получили Unicorn Head. И это круто. Мы получили бесплатную UGH, то есть не бесплатную вещь. Давайте скорее заходить в наш инвентарь и смотреть на нее. Как мы видим, в инвентаре она уже появилась. Давайте рассматривать ее поближе. Это вот такая вот прикольная юникорновская шапочка. Сначала я думала, что она будет вместо самой головы. Но нет, это не так. Это типа надевается как шлемчик. Видите, тут даже застежечки эти есть. Такая пышная шевелюра. Такие волосы в нежных тонах с градиентом даже. Ну, в принципе, прикольная вещь. Думаю, ее можно сочетать с какими-то скинами. Достаточно миленькая. Так что на халяву почему бы и не получить. Достаточно просто. Ну что, ребяточки, вот такое видео у нас получилось. Но на этом оно, к сожалению, подошло к концу. А я надеюсь, вам оно понравилось. Но вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайки, нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур. И это Ника Шоу. До новых встреч!